Працягваем выпуск. Сёння ў Мазыры ўручалі ўзнагароды працаўнікам жывёлагадоўлі, а лепшыя аператары машыннага даення і аператары па доглядзе за маладняком сталі першымі членамі абласнога клуба «Майстры высокіх надояў і прывесаў». З падрабязнасцямі Ганна Каральчук. Мясо і малако – стратэгічна важная прадукцыя для нашай рэспублікі. Ад яе якасці залежыць не толькі здароўе нацыі, але і фінансавыя вынікі. Сярод сусветных экспарцёраў малака на Беларусь прыпадае 6%, што дастаткова высокий показчик для невеликой краины. Мы вырабляем на 135% молока и 35% мяса больше, чем споживаем. Гомельщина уносит у этой лишбы свой уклад. Так, например, Мазырский район занимает первое место со 118 районов Украины по вытворчести молока у центнерах на 1 балл гектар сельскохозяйственных землей. И саправды, регион уже давно сделал ставку на живелогадучую галину. Нават раслиноводство в Мазырском районе ориентовали под кормовую базу для живелогадучих. И это принесло свой плен. Достигая такие значимые весомые результаты, мы строили новые объекты, заполняли их поголовьем крупнорогатого скота, поголовьем дойного стада. И вот та продуктивность животных, которая из года в год увеличилась, она уже на сегодняшний день результат по продуктивности крупнорогатого скота у нас в республике это 5-е место Мозырского района, Норавлянского района это 20-е место среди 118 районов Республики Беларусь. Позволяет нас не останавливаться на достигнутом. Такие выники не были б махчимые без людей, которые каждый день сустракают свитание и заходы на фермах. Доброй традицией на Мазырщине стало ушанование передовиков живелогадовли. Лепших доярок и целятниц больше за 10 годов тут примают у клуб майстров высоких надоев и привесов. А сёлета такую практику вырашили распаусюдить на всю область. Первыми членами створенного клуба стали 88 операторов машинного доения, которые надоели 8 тонн и больше молока за минулый год, и 78 операторов по догляде за молодняком, которые отримали 800 и больше граммов среднесуточного прибавления. Мы подводим каждый раз итоги среди механизаторов наборки зерновых. И, конечно, вот сегодняшнее мероприятие, оно тоже подтверждает, что забота человека – это, наверное, самое главное. Да, понятно, технологии, они решают все. И вот мы рассматриваем вопрос провести еще одно такое серьезное мероприятие с нашими техниками-семинаторами, собрать их со всей области, подвести итоги, поблагодарить за их труд, потому что они определяют сегодня основу нашего животноводства, потому они куют сегодня нашу безопасность в молочном скотоводстве. Варта отзначить, что за 2018 год 13 доярок Мазырского района досягнули вынику больше за 10 тонн среднего надою. Головной метой створения клуба и стало сприяние выкананию вытворчих планов, а так само працовное споборництво для досягнения высоких показчиков. Однако до складанности у гэтым майстрам своей працы не привыкать. На фермах працуют люди особливой загартовки. 4 часа начинается у меня дойка, заканчивается в 7. Второй раз начинается в 11. Заканчивается 2. И третий раз с 5 до 8. Как относишься к животным, так и они дают свою отдачу. Как у вас по прошлому году показатель был? 870 грамм. У меня такое отношение, стараюсь, чтобы все было хорошо. Делай добросовестно. Нужно относиться к своему ребенку, быть внимательным. Сам же хочешь, кто хочет лучше жить, то и лучше работает, естественно. Все зависит. Хорошо работаешь, хорошо зарабатываешь, хорошо к тебе относятся. Никаких проблем ни дома, ни на работе. Что-то надо обратиться, например, к предприятию, никаких отказов, ничего. За профессионализм и шматгадовую працу три человеки отримали гоноровые грамоты Гомельского облвыканкама. Передовиков так само ушановывали представники Министерства сельской господарки, областного агропромыслового союза и объединения профсоюзов. Особные узнагороды отримали загадчики молочно-товарных фирм и начальники комплексов с лепшими выниками. Сярод их саугаскомбинат «Зара», молочно-товарные фермы «Барбароу» и «Великие зимовища». Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазырского района.